просто як складно. Зараз будемо говорити із лікарем-анестезіологом із Ізраїля Борисом Брилем. Пане Борисе, доброго вечора вам. Доброго вечора. Наскільки мені відомо, ви зараз перебуваєте в Україні, правильно? Абсолютно вірно. І можете порівняти різницю, що відбувається в Україні, що відбувається в Ізраїлі, які ваші перші враження, от якщо порівнювати дві країни, тому що ми знаємо, Ізраїль активно вакцинується, в Україні тим часом третя, як кажуть медики і чиновники, хвиля захворюваності навпаки. Ваші перші враження щодо перебування тут в Україні? Ну, на сегодняшний момент тяжело сравнивать Израиль и другое государство, потому что мы вышли полностью из любого карантина, у нас снижение до минимума больных, несмотря на даже саму пандемию, в Израиле смертность была 0,8, это один из самых низких показателей в мире. Израиль прошел эту пандемию очень нормально. В Украине же, конечно, очень большие проблемы и с вакцинацией и с заболевшими, и, к сожалению, те группы населения, которые в мире, в странах, типа, которые мы привыкли говорить, что Италия, Америка, Бельгия, Испания захлестнули, Украина, эти группы населения в Украине просто не живут, а те, которые умирали в Украине, это те, которых мы не видели умирающими в тех странах, которые я перечислил. Это очень большая катастрофа. То, что касается локдауна у вас, ну это у вас не локдаун. Все дороги полные, все дороги заполнены машинами. Когда есть локдаун, то ездить некуда. И куда-то же люди ездят, правильно? То есть, поэтому, ну это не локдаун, это отчасти такая, немножечко детский сад. Тобто ви як медик, який маєте досвід, який бачите, як локдаун відбувався в Ізраїлі, ви вважаєте, що це взагалі не локдаун і не до порівняння. Тому що справді нас просто на цьому тижні щонайменше було чимало доволі контроверсійних заяв, які з одного боку від міністра Степанова стосувалися того, що ліжка із кисневою подачею закінчується, а у той самий час держава не вводить повного локдауну. От ви як медик для себе як поясните такий феномен? Существует эпидемиология заболевания. Заболевание можно передать воздушно-капельным путем. Есть контакт, есть передача. Нету контакта, нету передачи. Это не фокус, это не чудеса. По указанию правительства вирус не перестает действовать. Поэтому существуют определенные вещи. Или сокращение контактов, это локдаун, или ношение масок качественно, в плане не на подбородке, не на затылке и не на руке, а на носу и на рту. И таким образом предотвратить передачу. У вас люди не хотят это делать, приходится вводить локдаун. Но и локдаун тоже такой своеобразный. Если мы сравним с Израилем, если бы были вот такие выскакивания в сторону полиции, в Израиле бы человек оказался лицом в пол с наручниками за спиной и с большим штрафом там в районе 1500-1800 долларов. До речі, в Україні нинішні цифри показують близько 20 тисяч хворих щодня. Я от порівнював із Італією, про яку ви вже згадували. Там теж майже 19 тисяч хворих щодня, але смертність суттєво вища в Італії, аніж в Україні. Як цю різницю можна пояснити? Вы знаете, надо посмотреть, в какой возрастной группе. В той возрастной группе, которая умирает в Украине, в Италии никто не умирает. Там нету смертности. В 40 лет, в 50 лет, там умирают люди пожилые, там больше 80 лет, 85. Когда говорится там, что Украина на 36-м месте по смертности, надо всегда еще дочитывать статистику и смотреть возрастные группы. Так вот, как я сказал, в Италии это совсем другие возрастные группы, так же, как и в других странах. Более пожилые. Ми знаємо, що Ізраїль один із лідерів за вакцинацією. Розкажіть, як цей процес відбувається там, тому що ми розуміємо, в Україні зараз... Фактично, це не медична категорія стала вакцинація, вона перейшла більше в політичну площину. Політики борються за свій електорат, говорячи про вакцинацію, і, відповідно, насправді нема про що говорити. От якою може бути вакцинація, коли вона є ефективною? Тому що зараз, фактично, дуже маленька кількість людей вакцинована в Україні, та й вакцин, зрештою, немає. Чому Ізраїлю вдалося вакцинувати велику кількість населення, яка це зараз частка, і чому ви отримали ті вакцини, які ви отримали? В Ізраїлі основна маса людей вакцинована вакциною Pfizer, тому що вона перша, хто пройшла FDA. В Ізраїлі люди з радістю йдуть вакцинуватися, точніше, вони розуміють всю ситуацію і необхідність вакцинації, що це вихід із пандемії, яку в Ізраїлі ми показали, що це так.
Кроме этого, в Израиле почему так произошло? У нас есть доверие людей к врачам. Когда я даю кому-то рецепт, знают, что если я даю что-то другое, меня просто посадят в тюрьму. И у нас любой врач в Израиле, который живет в любом месте, работает в любой деревне или в самом большом госпитале, профессор он или не профессор, он разговаривает языком доказательной медицины. У нас нет мнений, а я думаю, что нет, а я думаю, что так, а я думаю, что так, и пяти разных мнений. Такого в Израиле вы не встретите. В Израиле врачи говорят на языке исследований доказательной медицины, я повторюсь. И за каждое свое слово у нас врачи отвечают уголовной ответственностью и ответственностью в сторону этической комиссии. В такому випадку щодо протоколу лікування, яким є в Ізраїлі, і ви можете його прийняти з українською практикою, і, напевно, щось порадити тим людям, яких щодня додається по 20 тисяч. Ви знаєте, дуже велика проблема у вас зараз в лікарнях, у вас громадне кількість поступаючих хворих. То, чого ми не бачимо і в тих групах населення, як я сказав, возрастних, як в Європі або в Ізраїлі. Чому ж це відбувається? Якщо ми подивимося, Ізраїль действует согласно протоколам мировым, и уже с лета отменили многие виды лечения, которые недействительны и которые ухудшают состояние больного. Это, например, давать антибиотики без лейкоцитоза, без поднятия лейкоцитов, которые являются маркерами бактериального воспаления. Это давать непонятные лекарства, вообще непонятные этиологии, давать лекарства вообще неутвержденные, и это таким образом ставить опыты над людьми. Давать в легкой форме дексаметазон, у нас бы за это врачи просто сели бы в тюрьму. В Израиле все и семейные доктора действуют при помощи протокола исследований, который показал свою эффективность. А те лекарства, например, как я сказал, антибиотики, когда нету лейкоцитоза, или стероиды просто для температуры в легкой форме, которые повышают смертность и те, и другие, которые повышают тяжесть заболеваний, поэтому у вас поступает такое громадное количество людей в больницы, залеченные несоблюдением мировых протоколов. Это на самом деле очень большая проблема. Тобто український протокол не відповідає міжнародному протоколу, правильно я розумію? У вас ніхто із сімейних лікарів, ну ніхто, це я грубо говорю, але більша частина людей, сімейних врачей не соблюдають і медицинський протокол лечения COVID-19, який сработали в МОЗ. МОЗ уже в декабре с опозданием в 7 месяцев опубликовали не давать антибиотики без лабораторно подтвержденной бактериальной инфекции. И все равно первую фразу, которую вы услышите, когда звоните семейному врачу, антибиотик, а то и два, а то и три. Кроме того, что это увеличивает смертность и при ковиде, и тяжесть заболевания. Потому что потом, когда если присоединится бактериальная инфекция, и она присоединяется в 6% у госпитальных пациентов, то просто пациента нечем будет лечить. У него будет антибиотикорезистентная бактериальная инфекция. Кроме этого, вы получите громадное количество антибиотикорезистентных бактерий в будущем. Мир не останавливается только на ковиде, это в какой-то момент остановится. И то, что происходит, ну, извините, это какой-то кошмар медицинский. В Израиле, я говорю, за такие назначения людей бы просто садили в тюрьму. Потому что ну, кто во что гораст, один одно, другой другое. Ну, это не система и не врачи, это люди просто, которые надели белый халат, имеют там диплом, но, к сожалению, не являются врачами. И когда говорят, что большая нагрузка на медика, я вам хочу сказать, что задача врача действовать согласно доказательной медицине, спасать людей, а не работать в поте лица и назначать те лечения, которые могут навредить больному. То есть 100 врачей, которые вредят больному, убивают людей. А один врач, который лечит больных, он лечит больных. Понимаете? Розумію, Борис, у нас залишається буквально ще хвилинка. Я би вас коротко попросив дати поради, напевно, українцям, до яких варто дослухатися, тому що всі ми цінуємо також лікарів, хоча ми розуміємо, яка проблема з будовою системи медичної в Україні. Ну, першу пораду я вже так зрозумів, коротко від вас, так це щонайменше звертати увагу щодо антибіотиків, не приймати їх, як в Україні часто прийнято для профілактики. Це перше. Коротко, якщо можете, хвилину, будь ласка.
Второе, не принимать стероиды при температуре. Высокая температура 38-38,5, даже в течение 2 недель, не является признаком бактериальной инфекции. Не принимайте гормоны, дексаметазон и другое. Гормоны применяются только у госпитализированных больных. Это просто вас убивает и делает тяжесть заболевания. Следуйте протоколам, мировые протоколы известны. Вторая, к вам очень большая просьба. Носите маски, путь передачи воздушно-капельный. Любите свой комфорт чуть-чуть меньше, чем вы любите своих маму и папу. И наденьте из-за них свои маски, тем самым Борис, оберегайтесь. Очень дякую вам. Реально.